снести, пожалуйста, склад формы и достаньте документы. Я еще раз говорю, снести, иначе к вам будет принята физическая сила и нарушена. С чего начинается история, по видео не ясно. Видно, как женщина пытается забрать из собственного автомобиля, который собираются эвакуировать, документы. Полицейские не дают ей открыть дверь и требуют спуститься с платформы. В этот момент женщина начинает очень громко кричать и звать на помощь. Помогите! Люди, помогите! Убиваю! Женщина, продолжая кричать, начинает размахивать руками, отталкивая полицейских. Они применяют силу, надевают наручники, отводят и усаживают ее в патрульный автомобиль. Вот как ситуацию прокомментировали в МВД России по Краснодарскому краю. Решение об эвакуации автомобиля было принято в связи с тем, что водитель автотранспортного средства нарушила пункт 1.3 правил дорожного движения и припарковала автомобиль в неустановленном месте. На гражданку был составлен протокол об административном правонарушении. В отношении сотрудников ДПС, участвовавших в данном инциденте, руководством Главного управления МВД России по Краснодарскому краю назначено проведение служебной проверки. По результатам проверки будет принято соответствующее решение и сделаны соответствующие выводы. Остается пока неясным, в какой момент женщина запрыгнула на платформу эвакуатора. Двигался он или нет? Ведь по закону, если эвакуатор не начал движение, владельцу должны вернуть машину и обязать заплатить штраф за неправильную парковку. Добавлю, женщину обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Материалы направлены в Следственный комитет для принятия решения.